Ну что ж, ребята, новая серия Голодные игры с Юриком. Надеюсь, вам понравится этот летсплей и вы поставите лайк. Приятного просмотра. Мы начали, нам попался лук, но мы его не взяли, не успели. Ну, он нам и не очень-то нужен. Валим сразу сюда. Сюда кроме нас никто не бежит. Это уже хорошо. Так, давайте сперва вот эти два сундучка обутаем. Что у нас будет здесь? Рыбка. Ну, уже закрывайся. Отлично, молодец. Так, и хорошенький меч. Так, это дело мы все возьмем. Я ж не против поживиться рыбой. Все мы знаем, что я люблю рыбку. Рыбка — это мое одно из самых лучших блюд. Тихо, я упал. Плохо. Ладно. Вперед. Капитан, свистать паруса, всех наверх. Так, и посмотрим, что у нас здесь идет дальше. Так, нужно добежать вон до этого сундучка. Посмотрим, что у нас там, ребята. Кстати, можете писать, как вам прошедший стрим. Мне кажется, он не очень так-то удался, потому что много чего было, много недостатков, и плюс это только первый стрим. И не на своем железе, ребят. Все мы, кстати, знаем, что железо не мое. Я взял железо в аренду, потому что мое накрылось. Это печально. Я не могу об этом говорить. Мой ПК, да, действительно накрылся, и я жду, пока мне привезут новый жесткий диск и новую видеокарту. Так, давайте это затащим свою задницу наверх. Все. Смотрим, что у нас здесь. Лук. Лук у нас есть, но стрел нету. У нас уже три разных лука. Это тоже радует. Радует, ребята. Смотрите, я падаю с дерева, мне наносит как бы звук. И как бы красная вот такая по углам у меня фигня, но ХП не снимается. Баги, баги, ребята, баги. Так, броня. Отлично. Она тоже хорошая. Кстати, ребята, все знают, что броня викинга должна быть намного прочей, чем вот броня рыцаря. Но здесь копатели все наоборот. Все они сделали не так, но мне это нравится. Так, ладно. Уже получше идет броня. Это дело мы пока что будем брать хавку всю. Хавка нам тоже понадобится. Так, главное, чтобы нас никто не заметил, пока мы не полутали нормально. Так, давайте мы вот это вот так берем. Так, лук, стрелы, рыбку. Все, отлично. Мы экипировались. Можно идти дальше. Злагами, ребята, конечно же. Но что ж поделать. Так, еще и шлем мне попался. Еще и шлем. Тоже прогресс. Ладно, ребят, идем. Идем и смотрим, что с этого всего получится. Затащим или затащим мы серию, или мы просто умрем. Нас могут убить. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Но вы, может, уже и посмотрели видео, и вы уже все поняли. Но надеюсь, вы еще сейчас следите за мной, как я прохожу его. И вы тоже не можете это делать сейчас. Как бы не знаете, что со мной может случиться. Я сам не знаю. Так, идем сразу к этому домику. Это домик сперва. Нужно сперва его всегда бутать. Нет, давайте сперва обутаем то, что за ним. Там еще есть два сундучка. По-быстрому это все дело обутаем. Так, к этому сундучку мы не доберемся. Нужно только прыгать. Прыгать, ребята, если только залезать на крышу. А это очень много времени занимает. Так что, ребят, давайте сперва здесь обутаем. Где наш... Еще один. Вай-вай-вай. Там паренек. Там паренек. Думаю, он меня трогать не будет. Так, еще одна броня. Парень, ты где? А, понятно с тобой все. Ну окей, иди туда, я не против. Можешь идти, я тебя пока что трогать тоже не буду. Живи мирно, спокойно. Так, сундучок. Рыбка, ага. Сейчас я всякого хлама, ребят, опять наберу. И опять это будет печально. Так, там парень наверх пошел, он меня трогать не будет. Так, этого нам уже не нужно. У нас этого уже немерено добра. Так, сколько нас? Ой, нас еще очень много. Мистер какой-то уже с крутым мечом. Кстати, он только что бежал на гору. Да, он решил... Ай, Даник 41. Его убил уже. Так, ну мы за этим всем процессом, ребята, следим. Следим, ребята, чтобы нас вдруг тоже не убили так же. Мы следим, какое у кого оружие, чтобы если с ним встретиться, иметь хорошую силу против него. Так, нам попался еще один шлем. Ладно, давайте мы сюда... Весь хлам скинем, что нам здесь уже не нужно. Нам это дело, вот это все не нужно.
Ага, тут у нас паренек пробежался. Так, паренька мы сейчас убьем. Это все поняли, что мы его просто убьем. Так, у нас 100 хп по-прежнему. По-прежнему 100 хп. Смотрите, у нас мешочек в текстурку залез. Баги. Баги, ребята, баги. Увы. Что поделать? Так, нас осталось двое. Я и вот замечательный игрок под названием Даник. Ну, ребят, мы убили только одного пока что. Если повезет, мы убьем и Даника. Это, ребята, уже как повезет, можно так сказать. Да, действительно. Если не повезет, мы его не убьем. Так, ну, это логично. Где же он? Где же сам Даник наш? Его нужно найти и присобачить. Так, тут его нету. Ой, где же он там? А вот и Даник наш. На тебе. Да, действительно, мы затащили, можно так сказать, всю серию, ребята. Серия была маленькая, она много времени не продлилась. Увы, ребята, у меня лагает. Железо не очень прочное, но ура, я счастлив, я затащил всю серию. И это уже прогресс, ребята, уже прогресс. Так что ставьте лайки. Я уже немного поновил свой скилл. Убили мы двоих только. Ну, как бы сказать... Парни, вот этот парень был сильнее, у него был сильнее меч, но пока он разбирался в своих вещах, я его успел убить. И броня у меня была проще. Так что, ребят, ставьте лайки, не забывайте подписывайтесь. Пока-пока, до скорых встреч.